Жители 7-го микрорайона неоднократно обращались в редакцию с жалобой на то, что в пятницу в обеденное время движение по улице Высоцкого и особенно парковка чрезвычайно затруднены. Дело в том, что на еженедельный пятничный намаз в мечеть съезжается большое количество верующих мусульман. А машины свои они зачастую оставляют там, где им удобнее. В том числе и на тротуарах, и газонах. В мечети нам сказали, что о проблеме знают и что было бы неплохо перенести автобусную остановку, дабы освободить побольше парковочного места для прихожан. И с этим они даже обращались в администрацию города. Однако остановка установлена в этом месте тоже по просьбе. По просьбе жителей 7-го микрорайона.